И с глубоким благоговением передаю в руки его превосходительства епископа. Первое распятие, выполненное целиком из переработанного пластика. 300 тысяч копий. Ты не получишь моих денег, Гуальтьеро. Когда мне доставишь? Жулькин нос тебе доставлю. Сперва плати. В каком я положении? В плохом. Плохом? Очень плохом. Нашли твои последние чеки, и мама ушла к Пьевизан. Ты получила развод, алименты, даже Мартина. Да, я получила все, плюс такого придурка, как ты. Мой отец всегда говорил, жизнь подобна арене. А на арене ты либо победил, либо умер. Подарите мне незабываемые эмоции. Вот так, лежать. Ты не можешь сидеть в этом кресле, потому что я этого не хочу. Я происхожу из влиятельной семьи. А это значит, что нам кое-что известно. Я убью тебя! Ты понял? По твоей вине я остался с носом. А мог бы остаться и без него. Почему ты оставил меня? У нас получится!